היא כאן בגלל המצב הביטחוני שהולך ונעשה מורכב בגבולנו הצפוני. Все действия России в регионе всегда были и будут очень ответственными. Что касается обстрелов, то мы знаем, и вы в курсе, мы осуждаем эти действия, обстрелы из России. Насколько мне известно, производят это из ракетных систем кустарного производства. Что касается Сирии, то мы с вами понимаем, сегодня сирийская армия и Сирия в целом в таком состоянии, что ей не до открытия второго фронта, и спасти бы свою собственную государственность.